студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! От Иваново до Белгорода прогремели первые грозы. Это значит, в центральную Россию пришло настоящее весеннее тепло. Правда, у всех оно разное. Если для москвичей плюс 10 – огромная радость, столбики термометра в Черноземье уже подбираются к плюс 20. Однако завтрашний день в Старомосколе и Губкине будет самым прохладным на этой неделе. 14 апреля утром 8 градусов выше 0, днем плюс 11, ночью плюс 5-8. Хотя дождя синоптики не обещают, солнце, впрочем, тоже. В четверг нас ждет довольно пасмурная погода с порывами северного ветра до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Световой день увеличился до 13 часов 45 минут. Рассвет наступит в 5:35, а за горизонт солнце закатится в 19:21.